Футбольные болельщики в предвкушении матча уже готовы кричать громче всех и поддерживать любимую команду. Зачем они идут на матч? Об этом Яна Раховская. Завтра большой футбол. Шериф сыграет против Алашкерта. С каким настроением ждут предстоящий матч болельщики, скорее узнавать. Фаната футбола ищем на спортивной площадке Екатерининского парка. На поле увидели двух юных футболистов – Данила и Дмитрия. Жара плюс 40, их не пугает. Уже четвертый час мячом по полю бегают. Дима, к примеру, мечтает стать футболистом и играть за команду «Шериф». Завтра собирается с родителями прийти на игру. А как обычно болеете за любимую команду? Громко, наверное? Да. Как кричите и что? Ну, «Шериф чемпион». Давайте сейчас генеральная репетиция. Ну, не. На счет три. Давайте вместе. Раз, два, три. «Шериф чемпион». Каждый болельщик поддерживает по-своему. Кричалки у них разные, зато миссия у всех одна – поддержать свою команду. Завтра играет «Шериф» против Алашкерта. За кого будете болеть? Ну, за «Шериф», конечно. Почему? За родную команду, да, как не поболеть? Команда, конечно. А как к футболу относитесь? Положительно. Ну, скажите, пожалуйста, на игру завтра придете? Ну, собираюсь, сын приехал, я ему сказал, он сам у меня футболист. Прежде всего, удачи, конечно, пожелать, и старания, чтобы у них все получилось. И надеемся, что победа будет за нами. Чтобы всегда побеждали, и не только сейчас, и в дальнейшем. «Шериф» вперед, мы за вас будем болеть. Ко всем пожеланиям присоединяемся и мы, ждем игру и увидимся на трибунах. Яна Раховская, Игорь Мацота, ТСВ.